Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Do you need it more? Is there something else you're searching for? I'm falling in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad time I feel myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? And then heart keeping you so hardcore. I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm on the deep end, watches are diving. I never meet the ground. Crash to the surface, what a good. Круто! Вау, круто! Это как новое открытие нашего горизонта в интервью. Замечательно пели. Я даже не знаю, я тоже как любитель, я рок люблю. Да, но... я знаю, вы мне прислали одну песню, которую вы хотели, чтобы я спела. Ну да. И это был Джон Бон Джови, если я не ошибаюсь. Да, Living on a Prayer. Да, да. А там как раз говорит тоже сложной жизни. Mm-hmm. Есть там пара, музыкант, который работает в порту, есть и девушка, которая работает в столовой. Короче, сложная ситуация. Короче, жить с молитвом. Вот. Да. Жизнь еще только половину прошла, но надо держать кулака и двигаться дальше. Ну, про такую песню. Но обычно эта песня редко, конечно, женский как исполнитель тоже поет, но да, конечно, Shallow гораздо лучше. Да, согласна, но она все-таки, наверное, более просто женская, поэтому она больше подходит, скажем так, по вокалу, хотя я сама очень люблю рок, и я люблю и Scorpions, но я больше люблю, наверное, рок-баллады. Люблю Scorpions, люблю Queen, безусловно. Я очень люблю Beatles.
еще, вот, и поэтому сама пою иногда даже Фредди Меркьюри. Это тоже есть. Есть маленький минус в этом кино Stars Born, потому что там все-таки они стимулируют некий там, знаете, Синдерелла комплекс, комплекс Синдереллы. Комплекс Золушки. Да, ну условно. Есть такая талантливая девушка, ее мир не узнает, но случайным образом какой-то там принц пришел после его встречи. Все по-голливудски. Да. Все чисто в голливудском стиле, голливудская история, красивая. Согласна с вами, согласна. В этом есть некий минус, но в чем плюс? Они показывают, что нужно не бояться идти за своей мечтой. Нужно просто не бояться. Нужно иногда довериться миру, вселенной и тому, что у тебя лучше всего получается, и делать то, что ты больше всего любишь. То, чем ты горишь, то, к чему у тебя есть такая страсть, которой больше нет ни к чему другому. Вот мне кажется, что это как раз та формула успеха. Потому что вы человек бизнеса, наверное, Кан, и вы лучше остальных знаете, что чем больше человек стремится к деньгам, тем меньше они идут к нему в руки. Так вот, когда творческие люди начинают думать только о деньгах и только о том, как бы их заработать, пропадает вот эта искра Божья, да, и пропадает честность, пропадает творчество. Начинается, опять же, конъюнктурщина и начинается зарабатывание денег. А нужно все-таки делать наоборот. Деньги — это как бонус. У меня, опять, мое собственное мнение. Ваш, как юный период, ваш голос реально похож на Фитни Хьюстон. Может быть, в каком-то мере лучше. А именно ваш как прогресс именно по тону, да, вот цвет голоса, вы ближе идете к Пинку или там Сия и так далее? Чуть-чуть. Сейчас, наверное, да, да. Сейчас больше хрипотцы появилось. И, хотя, опять же, это все обусловлено тем, что иногда переболела, недолечилась, еще что-то. Мы, артисты, такие люди, мы же все время на чемоданах живем. И я немножко стала последние годы, ну, скажем так, есть некоторые проблемы внутренние, психосоматические, они, конечно, не могут не отражаться на моем голосе в том числе. И сейчас я над этим тоже работаю. Мне кажется, это тоже как красиво звучит, ну, как по-своему. Да, но это круто, когда ты можешь это контролировать, а вот иногда это неконтролируемо как раз, оно просто вылазит и вылазит. Ага. А даже Pink, если слушаем ее live, не который именно recording, да. У нее реально такой довольно husky именно. Вот, да, да, это правда. Ну, все очень просто. Я за живое исполнение, за то, чтобы человек не был, вот как вы говорите, вылизан просто в ноль, да, как на записи. А живое исполнение, оно на то и живое, чтобы были какие-то неровности, чтобы были какие-то погрешности, возможно, даже легкая фальшь. Это тоже прибавляет своего вкуса и своей красоты исполнителю. Главное, чтобы здесь он был живой, настоящий и горел. Тогда это получается максимально круто. Вы сказали, ваши проекты есть, да, сейчас двигаются? Да. Когда мы можем ощущать результат? Когда будет... Ощущать результат. Я думаю, что это 3-4 недели. Вот, и у нас уже будет клип и песня. Первая после длительного перерыва. И очень, очень интересно посмотреть реакцию публики, потому что результат, честно говоря, был неожидан даже для меня. Да? Конечно. То есть даже я удивилась тому, что я могу петь такую музыку и петь так. И когда мы записали и мне прислали на следующий день записанную уже версию демо, я спросила, это я пою? Вот, было очень здорово. И круто, что я такой тоже могу быть. Когда у вас немножко депрессия или там вы становитесь немножко грустной, вы слушаете какую музыку? Грустную музыку или веселую, или спокойную? Музыку очень разную люблю, но жизнеутверждающую слушаю тоже обязательно, если даже кажется, что вот все, сейчас мир рухнул в этот момент, все пропало, шеф, все пропало, все равно стараюсь как-то себя... Ну, сначала пожалела, потом себя привела в чувство, и я понимаю, что это была там какая-то минутная слабость. А ваш проект
если мы говорим без деталей, только мы говорим о настроении песни, это более веселый или там грустный? Она подвижная, она среднетемповая, при этом она как раз жизнеутверждающая и очень такая классная. Ну, то есть в том плане, что нет в ней негатива, это очень важно. Ни в музыке, ни в словах, вот мне это очень нравится. Вы больше любите мелодию сочинять или песню, сама текст писать или там... Так происходит, что я пока что сама себе музыку не писала, и хотя у меня есть некоторые наброски, но при этом полноценных песен я не создавала сама, и для меня всегда писали авторы. Сейчас я работаю над тем, чтобы начать самой писать, мне это очень интересно, я занимаюсь со своим педагогом по фортепиано, гармония, сольфеджио. То, что я упустила в музыкальной школе, я была страшной сочкисткой, сейчас мне очень понадобилось, и я понимаю, что без этого дальше моя жизнь будет как музыканта, как артиста неполноценной. Поэтому я работаю над созданием, опять же, себя заново, и поэтому думаю, что, возможно, в следующий раз, когда мы с вами встретимся, я напишу уже что-то свое. Да, круто. У меня есть там пару... музыкантов, вокалистов, которые я считаю, что легендарные. Их пути разные. Они бывают, как вы, проявляются как звезда. Первый день они, люди сразу поняли, это будет бомба. А потом они поют. И пропадают как-то, да? Да, потом как-то там пропадают. Либо слишком их, скажем, появления были яркие, да? Они этот, как энергию не выдержали да. Напора славы. Бывает там, или постоянно как ровно идет, а бывает там сложный момент, они потом как-то там снова собрались, потом поет до 6 лет, 70 лет. А вы какой стиль артистом хотите быть? Ярко, как салют, один раз светит, все смотрели, или долго, не так сильно, или долго, там, с 70 лет, 80 вот лет? Вот что я думаю, не хочу быть на сцене до 70 лет. Не хочу. Не хочу, хочу запомниться людям молодой, красивой, энергичной. Не той, которая уже, как старая кляча, добивает свое время, лишь бы не дать дорогу кому-то. Я хочу давать дорогу молодым, хочу давать дорогу тем, которые будут талантливые, молодые, свежие, интересные. Я точно знаю, что после там, 50 мне бы хотелось уже заниматься другим вещами. Мне бы хотелось преподавать, мне бы хотелось иметь то дело, отдать свои знания, свои возможности, возможно, передать свой талант в том числе другим людям. Могу согласиться, ну, допустим, хочется показать самый яркий момент, как ну, любой спортсмен и там, актер там, иногда после определенного возраста уходит, но, ну, допустим, Айра Смит. Да. Ну, допустим, я недавно видел даже клип «Аха», этот «Take on me». Ага. Хотя он старенький уже, где-то под 70. Не, ну мы с вами сравниваем совершенно другие вещи. Смотрите, я же все-таки артист, наверное, сейчас пока что, да, поп-жанра. А Aerosmith — это рок, это музыка, которая живет вечно. Тем более Aerosmith, тем более он. То есть я либо буду петь другую музыку, в какой-то момент начну петь рок, и я буду тогда долго на сцене. Либо же, то есть я к чему веду? Мне не хочется быть застывшей фигурой. Вот у нас очень многие артисты, я почему сейчас сказала, да, что мне не хочется добывать своего возраста в 70 лет, потому что у нас очень много известных и российских, там, в основном российских, украинских артистов, которые уже не развиваются на этом этапе. Мне бы так не хотелось. Если я буду развиваться, если я буду меняться, если я буду интересна, как Мадонна в своих 60 с лишним, Боже, это будет самое лучшее, что может быть со мной в этой жизни. Я с удовольствием. Танцевать умеете? Умею, но пока что не так, как хотелось бы. Есть к чему стремиться. Вот. Если я смогу такой быть интересной и поддерживать да, пыл публики все это время, Боже, с удовольствием. Но если я в какой-то момент почувствую, что я перестала меняться, перестала развиваться, и я застыла на каком-то этапе, я лучше уйду,
чем буду занимать чье-то место. Вы, в принципе, идете сейчас путь Мадонны. Вы изучаете, как сочинять музыку, мастеринг, при этом танцуете. О чем разница между вами и Мадонной? Я не так хорошо танцую, как Мадонна, 100%. Хотя я об этом пока что не знаю и не уверена. Тут надо еще позаниматься и поработать. Вот поэтому думаю, что нет ничего невозможного для человека с интеллектом. В этом точно убеждена. Будем петь или чуть позже? Будем петь. Давайте тогда. Потом переходим на третью песню. Попробуем, да? Да. Ever wondered about what it's doing, how it is all turned to lies? Sometimes I think that it's better to never ask why. Я правильно песню выбрал, мне кажется. Офигенно просто. Я благодаря вам теперь ее пою. Я теперь сделаю на нее кавер и спою у себя. Вау. Да, и спою у себя где-то на страничке. Сложно выбрать, да, потому что была какой-то там месседж, при этом была подходящая к вам, да, да, по голосу. Да, конечно. Ну, я надеюсь. Классно. Это... Кан, вы просто супер, у вас замечательный вкус, и песня была выбрана супер, суперски просто, и я же говорю, благодаря вам я эту песню всегда очень любила, но я ее никогда не пела, а теперь я понимаю, что есть смысл. Ну да, и вот тот, как сказать, вот сильный характер личности, да, у Pink у вас тоже есть, да, вы тоже не мягкий человек, да? Нет, я вообще в последнее время стала таким достаточно холериком. Я раньше была очень... Возможно, я подавляла многое. Возможно, в силу возраста я боялась многое высказывать людям, подавляла в себе какие-то эмоции, а потом в какой-то момент оно нашло все равно выход, так или иначе. И я поняла, что я не могу себя иногда сейчас сдерживать. Меня когда начинает нести, я высказываю все здесь и сейчас, при этом меня очень быстро попускает, я быстро отхожу. Но я достаточно жесткий человек. Любить так любить, стрелять так стрелять. Я не могу сказать, что я твердолобая. То есть я могу обдумать, даже если я что-то жестко сейчас сказала, я приняла решение, я могу это обдумать и попытаться, если в этом есть рациональное зерно, попытаться сделать так, как мне, да, сказали, там, посоветовали. Но если я понимаю, что это противоречит абсолютно моим взглядам, то я четко говорю «нет». Или говорю «да», если я считаю нужным. Поэтому, наверное, да, я не мягкий человек. Но зато я справедливый, мама говорит всегда, зато я справедливый. Я говорю, мама, тебе это сильно помогло в твоей жизни. Я очень честна с теми людьми, с которыми я дружу, работаю, общаюсь, которых я люблю. И считаю, что это лучшая черта, чем если ты лицемеришь и делаешь вид. Еще есть как схожий момент с Пинком. Но, может быть, это комплимент, может быть, вам может быть не очень видно, когда я смотрю человека. Вы просто по натуре просто выглядите, вы офигенный певец. Ну, типа, по даже форме лица у вас очень большое место, вибрации, которые может дать там. Резонатор. Да, резонатор. И вот грудная клетка тоже довольно как... Такая обширная. Да, широкая, которая могут как дыханием, не вижу никакую проблему. Да.
Вот, поэтому, да, вы как... Спасибо огромное. Спасибо, это очень приятно, Кан. На самом деле, это я воспринимаю как комплимент. Вы нашли сегодня красивую замену слову «большая грудь», вот, большая обширная грудная клетка. Я не говорю не этой части, вот само вот... Да, да. Нет, хватает дыхания, хватает всего, наверное, мощи хватает. Иногда даже, наверное, слишком много мощи. Иногда, может, надо чуть-чуть себя придержать, а я прям валю и все. А надо сейчас... Вот я сейчас учусь над тем, чтобы быть более изящной, более тонкой, филигранной, что ли. Ага. Ну да. Давайте тогда поговорим о третьей песне. Давайте. Мне же интересно, вы такой интриган, вы мне ничего не сказали. Да, ничего не сказали. И, честно, это подарок от меня. Эти песни имеют как общий характер. Да? Вот. Единственное, на корейском. Я хочу, чтобы вы слушали, потом мы, скажем, обсуждали. Потом поговорим, конечно. Да. Песня называется White Flower, это по-русски дикий... Белый цветок. Дикий цветок. А, wild, да. Который дикий. Растет на поле, вот где-то в горах, да. Этот певец поет об этом. Я вам кое-что расскажу про корейские песни. Я... No.
Я всегда восхищалась вашей музыкой, вот именно корейской. Вообще, знаете, мое знакомство с корейской музыкой, как произошло? Позвонил один из продюсеров, который готовил сериал «Верни мою любовь». И он мне позвонил и сказал: «Мила, мы бы хотели вас пригласить спеть главные саундтреки к этому сериалу». А они вообще, оригинал этого сериала был на корейском языке, и песни тоже на корейском, но их сделали сейчас уже на русском. И вот так впервые я познакомилась с корейской музыкой. И когда я услышала эти песни, это было одни из самых красивых вещей, которые я когда-либо слышала. Я с огромным удовольствием исполнила эти саундтреки, и уже тогда я поняла: боже, какая красивая мелодика. Понимаете, вот где-то на подсознательном уровне он срабатывает, как будто это американская музыка, но нет. У вас есть своя красота, своя мелодия, своя гармония необычная. И еще у вас потрясающие певцы и певицы. Я просто вот это не первый раз восхищаюсь. Поют просто как боги. А у вас какое ощущение, когда эта песня называется «Дикий цвет»? Цветочек? Дикий цветочек. Попробуйте угадать, почему я вам решил вам подарить. Ассоциация со мной? Да. Наверное, потому что не тепличное растение. Наверное, потому что красота дикого цветка, мне кажется, намного ярче, чем... Я не знаю, почему со мной. Потому что я очень свободная, потому что я очень свободолюбивая, потому что я очень как-то необузданная, что ли. Наверное, так. Я тогда попробую объяснить. Давайте. Этот певец тоже появился на сцене, где-то ему было там 19 лет. Угу. Он сразу захватил рынок. Везде было первое место. У него терпение такое, он как короба, у него так вибрация, да. У него такое. И у него, хотя он молодой, но у него, наверное, была сложность, его песня была именно такой трогающей, грустной. Хотя после первой Spotlight, типа известный как период, он попал неудачный как агентство. Да. Его деньги все вылетели на ветер, он еще сидел в долгах большой, потерял все. Тем еще хуже, он, чтобы вернуть эти деньги, еще пел, еще грустнее, еще сильнее. И связку потерял, все потерял. Люди уже про него никто не помнит. Раньше он эту песню. 27-8, как все корейские мальчики, нужно служить в армии. Он 2 года служил в армии. Но... он не бросил, у него все равно было большое желание заниматься музыкой. Он встретил один композитора в армии, во время служения армии, и они, как один гитар, песню уже старую, никто не помнит, они начали сочинять какую-то музыку. И один день, когда они сильно выпили, этот композитор сказал этому певцу: «Ты похож на дикий цветок». А потом следующий нас спросил: почему ты мне так сказал? Потому что такое дикий цветок? Их много. Да? Их есть как цвет? Название не помню. Но они, чтобы цветать на пол, нужно прожить холодная зима, да? И жара.
только тогда они, ну как, расцветают. Да? А их иногда выглядит красивее, чем розы или там, скажем, разные там интересные там орхидеи. Иногда за этих неизвестных цветов хочется вернуться домой, там пол, который как прожили как юный период. И, наверное, сегодня трех песен была между первой частью и второй частью была мантра. А, ну допустим, а, или да. Там каждая песня как раскрытие. Да. Вот даже Шеллоу тоже была мантра. Да, вот, согласна. Да, вот. А он это как описывает, как этот дикий цветок раскрывается. Раскрывается. Вот. Его все забыли. Ну, это как деньги, наверное, видели. Музыкальный клип, небольшие деньги потратили. На пляж положили пианино, играли. Вот сам факт, типа, он вернулся. При этом у него раньше был такой жирный, какой жесткий голос. Но он немножко расслабил даже свой как голос. Он немножко поет уже мягче. Да. И при этом он не потерял свои навыки, он уже как в одной песне играет высоко, потом низко, иногда жестко, мягко. Люди восхищались, потому что это само значение, как дикий цветок, да. Было похоже на небо. Да, класс. Поэтому... Это хорошее сравнение, вы да. Знаете. Сегодня вы в начале программы спросили, кто такая певица вообще. Вообще, я считаю, что хороший, правильный артист, он так или иначе проходит вот эту закалку, то, что вы сказали, да? Дикий цветок, он должен пережить зиму, там, осень, и весной только он расцветает. Точно так же и в жизни артиста очень... Ну, бывает такое, что человек сразу взлетает, и класс, все его знают, все супер. Но так дано не всем и не всегда. Очень важно пройти свой путь. Крым, Рым, Меднетрубы, у нас это говорится так. Очень важно пройти вот этот путь закалки, который тебя сделает тобой. И вот когда ты поистине сам раскроешься, когда ты расцветешь, тогда, наверное, тебя увидят и услышат все. Да. Поэтому я решил вам подарить. Спасибо эту огромное, песню. Экан. Спасибо, это очень приятно. Песня потрясающая. И я скажу, что я сейчас благодаря вам в том числе опять вспомнила о корейской музыке, какая она красивая. Еще я очень люблю кей-поп. Вот. Но это очень красиво и очень от души. Спасибо огромное. А еще хочу сказать спасибо за сегодняшнее интервью, потому что я получила колоссальное удовольствие. Отдельное спасибо за небанальные, нестандартные вопросы, которые уже очень утомили, ну, от которых устала. И за то, что все было очень искренне. Это то, чего нам всем сейчас, наверное, не хватает. Вот этой искренности, открытости. Мы хотим ее от других людей, но сами, к сожалению, очень редко можем быть по-настоящему открытыми. Надо быть чаще открытыми. Так круто. Спасибо. Я надеюсь, ваш проект мы скоро без страны будут слушать. И будете снова, ну, после карантина, ваш концерт, да? Ваш клип. С удовольствием. Я с удовольствием. И ваш контакт, коммуникация с зрителями. Надеюсь, все будет хорошо. Все будет отлично. Жду расцветания вашего проекта. Спасибо. Спасибо, сегодня вы пришли. И хотя как не очень мы так сходу за короткое время попросили готовить там две песни, но очень мне так все хорошо. Трогательно. Все очень. Здорово, да. Все очень классно получилось, поэтому я очень хотела бы, чтобы мы с вами обязательно встретились еще. Да. Я думаю, что мы встретимся. Что-то, может быть, пробуем что-то. Конечно, с удовольствием. У меня столько идей, наверное. О, есть что обсудить. Да, есть что-то обсудить. Есть что обсудить, есть к чему подготовиться. Музыка – это бесконечная тема. Это правда. Ну, самый легкий способ обменивать свои чувства, энергию. Энергией, поэтому я вижу здесь большой потенциал. А как вам сегодня? Все хорошо. Настя, спасибо вам отдельное. Было круто, правда. Спасибо тогда. Спасибо. Спасибо. Увидимся скоро.